Добрый день, друзья! Вы на канале о простой и здоровой пище Натальи Горбачевой. Сегодня я буду готовить куриное филе с овощами. Вместо куриного подойдет филе индейки. Набор овощей может быть разным. Сезонные овощи, все, что найдется в наличии. У меня сегодня будут кабачок, сладкий перец, помидор, лук, морковка, немного соцветий брокколи. Это блюдо легко приготовить и зимой из замороженных овощей. Набор овощей можно составить самостоятельно, по своему усмотрению, а можно купить уже готовый. В которые могут входить кукуруза, зеленая стручковая фасоль, горошек, цветная или брюссельская капуста и так далее. По вашему вкусу и на ваше усмотрение. Овощи можно нарезать произвольно. У меня на канале есть отдельное подробное видео о нарезке овощей. Там я показываю разные способы. Ссылка на него будет внизу в описании под этим видео. Филе я помыла, немного его обсушу. Разрежу на небольшие кусочки. Готовить можно в сковороде, сотейнике, либо в кастрюле с толстым дном. Брокколи я делю на соцветия. Лук режем полукольцами, а морковку кружочками. Кабачок и перец на кубики. Для приготовления я буду использовать кастрюльку с толстым дном. Я наливаю масло и ставлю кастрюльку на огонь. В прогретое масло добавляю мясо. Огонь не должен быть слишком большим. Кусочки филе я постоянно перемешиваю. Прогреваю их недолго, до изменения цвета. Сейчас они посветлеют. И я начну добавлять овощи. Пары минут бывает достаточно. Начну с лука и моркови. Они тоже слегка прогреются. Лучок уже пахнет. Пора добавлять помидоры. Сейчас овощи начнут активно выделять сок. Я их помешиваю. И теперь уже можно добавлять все остальное. Брокколи, кабачок и перец. К мясу я часто добавляю листики базилика, свежие или замороженные. Блюдо солю. Вместо базилика можно использовать лавровый листик. Аккуратно перемешиваю. Сейчас моя задача овощи распределить между собой равномерно. И больше я их перемешивать не буду. Просто дам им дотушиться на небольшом огне до готовности. На дне кастрюльки уже появился сок. Закрываю кастрюльку и оставляю блюдо тушиться на небольшом огне. Овощи тушились около 40 минут. Они готовы, в них много сока. Их пора подавать к столу. Приятного вам аппетита, простых, вкусных и полезных рецептов. Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь, а тексты рецептов читайте на сайте edimkashu.ru.